здрасте. Так, здрасте. Здрасте. Как дела? Ну, не очень. Как так? Так почему? Вот так, как сейчас почему выступал не мой ребенок, и она не прошла. То есть, секунду, да, еще раз. Только что выступала Муратова Ясмина, и она моя дочь. Муратова Ясмина, ваша дочь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Андриана Лариманга Сильвия, и я из города Ташкент. А как ваше настроение? Настроение? Что случилось? Поругалась? С кем-то? Ну, пока еще нет. Сейчас все будет. Пока еще нет, она планирует сейчас. Сейчас будет. У нее уже... У меня созрел план. Вы мне расскажете потом? Да, вы будете первые, кто об этом знает. А с чем вы к нам приехали? Я приехала к вам с песней «One and Only» Адель. Давайте. Мы вам удачи желаем. Было, что вы именно песней либо душили, либо созрел план у вас через песню. Только что выступала моя дочь, и она не прошла. И, конечно, серьезно? Это меня расстроило. Вы что, вот. Серьезно? Да. У вас такая дочь, у нее все впереди, вы знаете, да, знаю, вы поете. Она очень круто держится на сцене, она уверенная. То, что сегодня не прошло, это не значит, что все закончилось. Вы же сами понимаете. И у нее есть талант, у нее есть стержень. У нее есть я. Это самое главное. Вот, вот. Остальное все приложится. А я прям на вас смотрю, думаю, что ты серьезно? Прям по вашей песне было заметно. Просто вот так вот кидали слова. Василия, вы очень понравились мне. Спасибо, спасибо вам за пение, за исполнение. Спасибо. Мне очень приятно, спасибо. Вы ввели нас вот в какой-то другой мир. Спасибо вам. Ну, прекрасно, Сильвия. Мне понравилось ваш тембр, но мне больше нравится, когда вы открытым голосом поете, а вот, вот это вот вы стараетесь делать вот эти хрипы, это как бы неестественно получается. Но мне нравится, я хочу вас поддержать. Спасибо большое. Было закрыто, понимаете, да? То есть не было вот этого потока, чтобы сказали, ух, верю. Но это нормальная реакция, закрытость после того, что случилось, это нормально. Не, ну, но вы выходите, вы все должны оставлять за сценой, потому что это ваш выход. Сожалею, что вы не смогли раскрыться. И поэтому нет, да. Потому что вы сожалеете. То есть шансы вы мне не дали раскрыться, но вы очень об этом сожалеете. Я говорю, Андрея Лариманга, вам да. Спасибо, спасибо. Я просто... Не вижу, что будет дальше. Поэтому я говорю нет. А вы не увидите, что будет дальше.
Вы же нажали «нет», конечно, нет. Ну, вы знаете, это все хорошо, это все прекрасно. Я очень хотела попасть на это шоу. Но на самом деле, я думаю, что мой ребенок хотел попасть на это шоу больше. Поэтому, если вдруг, я хотела бы вас спросить, если вдруг вы решите, что я прохожу дальше, можем мы поменяться с ней местами? Если нет, то, как говорится, даже если вы говорите мне «да», я предпочту уйти. У вас один голос «нет», но я вам говорю «да», у вас три «да», один «нет». Вы переходите в следующий тур. Но вот по поводу обмена мест у нас, к сожалению, это невозможно, потому что вы сами прекрасно понимаете, что пока рано. Если бы был бы шанс, мы сказали бы «переходи». А мы вам сейчас даем шанс. Вам надо идти вперед самой, а за собой подтянуть ребенка. А останетесь вы у нас на проекте или вы решите уйти, это уже ваше решение. Спасибо большое. Такое впервые. Хорошо, что ей не дали пистолет. Нет, ну, слушай, ну нельзя да. Так, вот, знаешь, давить, понимаешь, на жалость. Ну, она не будет показывать, она уйдет сейчас. А? Она не будет участвовать. Она не вокалистка. Я поэтому и сказал, у вас там проблема внутри. Это там даже не дочка там это. Видимо, там семейные дела. Талантливый человек талантлив во всем. Просмотреть видео – это тоже талант. Будьте с нами!